Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Тут эти странные дохлые твари. Тут и драугры есть. Они что, сражались? Еще одна для коллекции. Он пролез тут внизу. Сам. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Где ты? Скорее, отец! Я нашел! Атрей! Он замедляется! Подожди меня! Атрей! Что вы наделали? Прости! Атрей!
чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Его на доску. Поможешь? У меня никак. Пригодится. Я выронил? Когда гнался за кабаном. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я вижу лодку! Не знал, что они существуют. Кошмары? Да, от них у людей кошмары. Или они сами кошмары? Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Приготовься! Похоже.
не касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет, вода черная. Поэтому и не касайся ее. Гори, доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что больно. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и гора. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он Ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано... Пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь... Что об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Все. Сын, сюда. Слушаюсь. Какой-то рисунок. Карта? О, может, это карта сокровищ? Возможно, это что-то ценное. Ха!
Я что-то вижу, наверху. Отлично. Я хотел немного осмотреться. Когда мы захотим продолжить путь, вернемся сюда. Что произошло? Крушение. Это я понял. Но от чего? Причалим здесь? О, смотри! Факел! Факел делается из дерева. Это жаровня. Жаровня. Тут вроде что-то написано. Прочитать? Вера.
я. Со временем. Вы здорово дрались! Это дух. Он... Ты мертв? Какая наблюдательность и безрассудство. У нас? Других? У нас не... Но... Ух ты! Исчез! Идем. Ни к чему отвлекаться. Надо бы посматривать, вдруг еще духи появятся. Я же сказал, не отвлекаться. Но им же нужна помощь. Они духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд, только желания. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. Мама бы им помогла. Что ты сказал? Ничего. Вот то-то же. Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Кто-то может пробраться. Сын. Слушаюсь. Квеки. Продолжай. Ниста!
все. Невероятно. Привет. На этом острове можно... Как это? Запусти. Ты знаешь... Точно не знаю. Мы можем тебе... Сын. Мне просто... Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. И здесь мировой змей. Я же говорила, он большой. Ну? Что ну? Жаровня. Как хочешь. Твейкия. Тебе надо. Поблагодарить. Ты погиб пост? А други? То... Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Go!
еще такие. Отлично. Нужно найти еще несколько таких. Может, другой скажет что-то важное. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да. Много. Никаких? Назойливых. А мировой змей знает, что часть его тела лежит здесь? Ну, попробовать стоило. Ух ты, я еще не видел такого огромного водопада. Сын, сюда. Ладно. Еще одна карта сокровищ. Не стать!
Готов, жду приказа. Еще одна для коллекции. Сразись со мной, громовержец! Боги глухи к твоим... Не сме... Не вы. А мы можем... Конечно, не... Повали. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Вначале мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор... Я... Мой отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. Вот так! Дух. Тот, чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Сын? Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. Ну, заходите. Вот где отдых в тишине. Да, теперь у тебя впереди славные битвы. Смотри, только пользуйся. Я все исправил. Как-нибудь расскажешь, кто же сделал такую красоту. Отправь врагу в Хельхейм.
что там с другим делом? Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Но все равно погибли. Отец, берегись! Смотри. Будь проклят, король-гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает. Такие огромные статуи. Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Ну, вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Огонь! Береги!
Бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Отец, почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Эй, Брок, ты слыхал о короле гноме? Это ты про кого? Про Мацагнира? Да, этот уродец когда-то правил местами. Сын. Я рядом. Эй, вы! Мы разрушили статую. Значит... Вот храбрец. Отправился сражаться с Тором в одиночку. Он глупец. Что нам оставил дух? Дар одному из богов. Пригодится? Нет. Гномом может быть. Можно причалить здесь. Сюда. Пойди сюда. Кто это написал?
Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. Прочесть можешь? Слушаюсь. Эти руны означают «внутри смерть». В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Если... Ну, приведем вас в порядок. Шахты Велунда за этими дверьми. Можно ведь и заглянуть мимоход, как считаете? Похоже, все в порядке. Сюда. Сын, сюда. Слушаюсь. Квейкья. Вперед! Еще чуть-чуть. Готов. Давай, собери. Ой, нам нужно поговорить. Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. В чем дело?
Я пришел. Мы не можем из... Знаю. А ты можешь? Я. Ну... А! Ладно. Спасибо. Уже лучше. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу. Но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — подняться на вершину. Да ну! Тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Так можно заодно мир посмотреть. И помогать другим. Очень-очень давно. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бара... Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда... Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо.